Ежедневно в городскую мэрию поступают жалобы от жителей Советского района о ненадлежащем содержании их дворов, а именно отсутствующей уборки снега во дворах на улицах Бекетова, Ванеева, Ашарской, Надежды Сусловой. В силу сложившихся обстоятельств глава города решил лично проверить состояние придомовых территорий в этом районе. Минус 32 было ночью. А в такую погоду, когда выходишь, то там вместе с покрытием все отрывается. А днем? Днем минус 20, это тоже слишком холодно. В оправдание по погоде не ищите. Скидку на погоду никто не дал. Тогда нужно было превентивно это что делать мероприятие для того, чтобы этого не возникало. В большинстве случаев дуки отчитываются, что на 70% их территории очищены. Это, конечно, лукавство. Лично проверили с руководителем госжилинспекции Нижегородской области, прокурором города Нижнего Новгорода. Проверили состояние, и дворы зачастую имеют большую калийность. Дворовые территории очищены не до асфальтового покрытия. Глава города рекомендовал областной госжилинспекции привлекать к ответственности дуки и ТСЖ, чтобы они выполняли работу качественной. Кроме того, домоуправляющие компании должны принять превентивные меры перед снегопадами, которые, по прогнозам, опять обрушатся на город на этой неделе. Мы видим, что и на кровлях от окружающих домов у нас и сосульки, и наледь. То есть все это является нарушение правил содержания многоквартирных домов, территорий. Поэтому, естественно, это ответственность управляющей компании. Я думаю, что по итогам сегодняшнего объезда будут приняты меры административного воздействия к управляющей компании. Любое пренебрежение в данной сфере недопустимо, поскольку может повлечь тяжкие последствия, о которых мы с вами знаем. Поэтому органы прокуратуры и в дальнейшем продолжат мониторить состояние закона. В указанной сфере при наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования. В воскресенье все устраним, потому что были, во-первых, обильные снегопады, потом резкое похолодание. Есть, с одной стороны, объективные объяснения, а с другой стороны, конечно, есть и наши упущения, которые мы, естественно, исправим. Наледь и накат после рекордных снегопадов стали одной из проблем города. Помимо Советского района, глава города Юрий Шалабаев проверил качество уборки улиц во всех районах областного центра. Как рассказал городоначальник, по мере освобождения техники, ее распределяют с главных дорог на очистку примыкающих автомагистралей. Основные магистрали категории А, они в принципе в порядке, приведены в порядок. Тем не менее, проблемы есть и там, они есть у остановочных павильонов, есть у светофоров накаты. Поручил главам районов и подрядным организациям устранить эти недостатки. Поручил главам районов перед снегопадом превентивно проработать в усиленном режиме своей территории и обработать их противогололедными материалами. По итогам инспекции домоуправляющим компаниям дано поручение усилить работу, а также принять превентивные меры перед прогнозируемыми новыми снегопадами. Кирилл Васенин, София Иванова. Время новостей.